Евросоюз в ближайшее время подаст на Россию жалобу в ВТО в связи с запретом на импорт свинины из стран ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Джон Кленси. «Мы готовим письмо о присоединении к тем мерам, которые ввел наш партнер по таможенному союзу Белоруссия в отношении ограничения поставок на территорию страны всех видов готовой мясопродукции из Польши и Литвы», – уточнил он. Запрет начнет действовать 7 апреля 2014 года вплоть до проведения инспектирования польских и литовских предприятий, добавили в Россельхознадзоре.